специализированной детской и юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта прошла встреча со спортсменами, которые приняли участие в чемпионате Азии по армрестлингу. От СДСШОР, которую возглавляет Шейшенкул Бакиров, на чемпионат смогли поехать 3 представителя Кыргызстана. В итоге Вадим Окороков занял 3-е место, а 2 наших спортсмена, которые выступали в соревнованиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, стали призерами соревнований. Канатбек Абдыжапаров стал бронзовым призером среди юниоров, а Александр Прокопов завоевал серебряную медаль в состязаниях среди взрослых спортсменов. Напомним, что в настоящее время в этой спортивной школе культивируются такие виды спорта, как теннис, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг. А среди воспитанников школы участники паралимпийских игр Эсен Калиев и Жыргалбек Аразбаев. Шейшенкул Бакиров поздравил ребят с успешным выступлением на чемпионате Азии и пообещал и в дальнейшем поддерживать спортсменов.